Праздник к нам приходит, праздник к нам приходит, праздник к нам приходит весь день. Кока-кола. В эфире праздничная новогодняя распаковка подарочка. Итак, в честь Нового года, кстати, подписывайтесь на этот канал, ставьте этому видео лайки и делайте в комментариях заказы, какие еще подарки вы хотите распаковать. Это подарок стандартный, он из магазина «Семейник», семейный. Он мне обошелся в 150 рублей, это очень дешево, поэтому я решил взять и узнать, что же этот дедушка принес нам в подарочек. Оказалось, что вот здесь написан весь состав подарка и так далее, хотя и видно плохо. В общем, рассказываю. Подарок весит 950 грамм. Это очень много для такого, для такой цены, потому что там же продавался подарок от... Там же продавался подарок от Киндера, и он стоил что-то 250 рублей, хотя там было 250 грамм. Произведен он, этот подарочек, в Саратове 50 лет октября, 20 октября 2018 года. Ему уже 2 месяца. Годину 4 месяца, 120 дней, так написано. Вот, собственно, подарок. И там же написано подробно, какие там конфеты. Так как Новый год уже наступил почти что, можно покупать самому себе подарки, радовать себя. А теперь вскроем фирменные пломбы от семейника. Вскроем пломбы. Да, так точно. Что бы вы ожидали увидеть в этом подарочке за 150 рублей? Всего лишь 150 рублей. Фирменный подарок от семейного. Вы, наверное, думаете, там могут быть карамельки мелкие, дешевенькие, прочая гадость. И покупать его не следует, потому что это невыгодно. Но на самом деле вы понимаете, что средняя цена конфеты выходит в районе 15-16 рублей за 100 грамм. Это очень дешево. Тут должны быть по-настоящему дешевые конфеты. И рука уже сама тянется проверить, что же там. Давайте вытащим наугад. Опа! Бах, Барни, шоколад. Я не знаю, может он просроченный, нет. Он, кстати, старенький уже. До 7 марта 2019 года годный. Вот Барни, сколько стоит эта конфета? Можно посчитать, кстати, себестоимость. Может его еще можно перепродать. Бегемотик Бонди мармелад. Мерзейший мармелад. Или нет? Ну, нормально тоже, не старый, не просроченный. Надеюсь, тут нет яблока или апельсина, потому что это будет фактически весь вес этого подарка. И последний, тяжелый кирпич. Печенье сортовое, а не, сармовское, от Сармовское. Судя по виду упаковки, старое. Где тут найдем срок годности? А, я снимаю неправильно, это же будет вертикальное видео. Только что понял. Господи Иисусе. Дед Мороз, надеюсь, ты меня не подведешь. Сделано 21 сентября. Такое вот печенье, видите, да? То есть, что было подарочек? Вот печенюшки, вот мармеладушки, барни, медвежонок. Но это не все, потому что печенье реально тяжелое. Но кроме печенья тут есть и вот... Воздушные зерна риса, русский десерт. Ничего не весит, тоже не просроченные. Пока что мне нравится, выглядит вкусно. О, твист. К сожалению, настоящий твист стоит примерно столько, сколько весит этот подарок. Поэтому нам подложили вместо фирменного твиста, батончика, какую-то бяку. Ну, нет, нормально, тоже не старый, до апреля. То есть, знаете, все продукты не старые, но такие уже на подходе к старости. Смотрите, почувствуйте себя маленьким ребенком, которому подарили на Новый год дедушка, принес подарочек под елочкой. Батюшки, что там? Вот то-то. А вот там вот что? Обычный говёный сок. То есть вот что создает тяжесть этого подарка. Перед нами сок, яблочный нектар, осветленный, джустик. Не знаю, какой его вкус, но он не очень впечатляет меня пока что. Считайте себе стоимость. А, моя рука, она вонючая. Считайте себе стоимость пока что, пока я достаю. Гематоген, обычный банановый. Конфетка Дижиморда. Джази, конфетка Нуга, арахис, карамель. Ну, не знаю, надеюсь, не просроченная. Вроде бы нет, я не буду смотреть. Вряд ли. Я надеюсь, просроченного сюда не положили. Все натуральное. Настоящее, натуральное. Посмотрите, какие красивые пачки. Далее. У нас целая горсть конфет. С халвой. Красный Октябрь. Батончик. Потом вот такая вот зеленушка.
зеленый какой-то этот арбуз веселый. Потом вот такой вот, это Тимми, медвежонок Тимми. Тоже не дешевые конфетки. Вот такая вот вонючка. Это вот подруга, подруга, забывай слова, у меня маразм. Подруга арбуза, клубника и еще один арбуз. Пока что очень внушительно. Я думаю, ваш ребенок, если подарит им подарок от Магнита, а это, напомню, не реклама Магнита, а просто, ой, распаковка подарка. Дальше идет клубника. Вот такая вот конфета. Еще одна от медвежонка Фрути. Еще один медвежонок Фрути. Арабская ночь, волшебный восток. Здесь чары и лесть, отвага и честь. Смотри, не зевай. А вот такие конфеты я пробовал. Золотая талия. Ай, золотая лилия. Конфеты еще. Тут веселая рожица. Пока я распаковываю подарок, еще раз скажу, подписывайтесь, пожалуйста, на этот выдающийся канал, если хотите больше этих видео. И напишите, что мне еще распаковать. Еще одна конфета Джази. И вот такой вот фирменный петушок на палочке. Годен и дог. Да какой он годен? Создан 26 сентября 2018 года. Вроде свежий. Срок годности полгода, да. Свежайший петушок. О, красота какая, красота. Что еще там? Волшебный восток повторяется. Пока что очень много конфет за такую цену. Всего за 150 рублей. Коровка. Сливочная, загорская. Коровка загорская. Шоколадные конфеты Глейс. Глейс. Видели? Глейс. Надеюсь, не отравлюсь. Выглядят свежими. И там еще даже осталось. Представляете, я вытаскиваю, а там все не кончается, не кончается. И это все за 150 рублей. Не могу поверить в свое счастье. Еще одна коровка загорская. Там еще одна конфета Глейс. Вот такая вот пчелка. Это от Билайна, наверное, нам. Вива-чу-чу. Исключительно не для взрослых. А, блин, не смогу ее съесть, черт. Ну, еще один веселый арбуз. Уже солидная гора конфет. Боже мой. И там по-прежнему очень много внутри еще конфет. Еще одна Глейс. Батончик «Красный Октябрь». А что будет, если просто высыпать? Сейчас высыпемся. Ух ты, и тут пожелание еще какое-то. Все, больше нет ничего. Ну так вот. Продолжаем, да. Веселая эта конфета. Боже, коровка. Вот такие вот октябри. Батончик «Красный Октябрь» со вкусом... Со вкусом безвкуса. Еще один такой же «Красный Октябрь» без вкуса. Сливочные батончики, сливочные батончики. Еще одна конфета исключительно не для взрослых. Кот Гарфилд, или как его, Гарфилд. Посмотрите, ничего не видно, правильно? Хорошо. Банановый ананас. Еще две конфеты «Золотое руно», «Золотая лилия». Еще одна конфета. Посмотрите, сколько подарков за 150 рублей от семейного. Семейный такой хороший магазин, я и не знал. История Восток. И вот еще рыбка. Такая рыбка. Это подружка вот этого вот, где кота Гарфилда и пчелки. Рыбка, кот Гарфилд, пчелка. Лучшие друзья. И, наконец, бумажка. Что же будет в бумажке? О, здесь исключительно понадобится вам либо невероятное зрение, либо очки, чтобы прочитать. Я думал, здесь будет поздравление от семейного с новым счастьем, с Новым годом. Но здесь просто перечень всех продуктов, срок их хранения и состав подробнейший. Вот это все состав. Какао и так далее. Лауринатового типа, олеин, пальмовое масло, молоко, яичные продукты. Агар, продукты яичные, сорбинат, тритрат, какао-порошок. В общем, все натуральное. Пшеница, глютен, черная морковь. Что это черная морковь? В общем, вы сами видели. Вот такая вот бумажка. А вот куча в целом. Как это все выглядит? Вот
подарочек, коробка семейный, и вот что было внутри. Однозначно, стоит ли покупать? Ответ – да, конечно, стоит покупать. Я предлагаю еще всем произвести оценку стоимости, себестоимости этой продукции. Мне кажется, выяснится, что оно стоит дороже, чем 150 рублей. Там было написано, что есть какая-то скидка, что так оно стоило 250, а сейчас вот якобы за 150. У меня нету весов, чтобы взвесить, сколько весят эти вкуснейшие конфеты, которые нам дарует семейный магазин. Но по виду здесь нормально, грамм 900. К сожалению, большую часть веса составляют не конфеты, а вот этот сок и вот это очень тяжелое печенье. Сколько в них грамм? 200 грамм аж целых. И в соке, наверное, 200 грамм. Вот вам и 400 грамм уже. Всего здесь 900 граммов. Моя жизнь тяжела и ничего не радует. Единственное, что доставляет удовольствие, подарок от дедушки. И у меня он есть. Пам-пам-пам, дедушка семейный. Вот он, семейный дед, дарит вам этот подарок. И семейный, отличный магазин. Теперь я точно могу сказать, что он очень щедр в своих дарах. Ваш ребенок. Ваше дитя будет счастливо обнаружить под елочкой, даже под искусственной, такой подарок. И оно забудет о том, что елочка искусственная, потому что здесь много сладких конфет, которые вызывают привыкание и диабет, а также хорошее настроение ненадолго. А также есть импровизированная елочка с ангелами и окошко. В общем, спасибо, дед, тебе за подарок. Очень доволен я этим подарком. Всего 150 рублей, 900 грамм чистейшего шоколада и, возможно, больного желудка. Особенно для маленьких детей то, что нужно. Ставлю большой лайк. Подписывайтесь на этот канал. Ставьте что, большие лайки. Ставьте. И пишите, что еще нужно распаковать. Какие таинственные вещи, которые у вас нет денег. А у меня есть, потому что я известный, богатый видеоблогер. Нужно распаковать. Пишите. И вас не подведет. Я не подведу, я обзорщик. Канал Денис Ламборгини. Все. Пока. Пока. Дмитрий Нагиев. С Новым годом! С новым счастьем! Желает вам семейный Дед Мороз. Хо-хо-хо! Только сегодня скидки на вина 50%, скидки на водку 30%, а одеколоны до 80%. Хо-хо-хо! С Новым годом! Магазин и дед семейные!